Сувениры ручной работы из города мастеров Славянского базара разлетаются по всему миру. В этом году свои работы представляют около 1500 умельцев из Беларуси и других стран. Во время мастер-класса в городе мастеров можно освоить азы гончарного дела или попробовать себя в бисероплетении. Также на открытой площадке проходят конкурсы среди самых народных умельцев, к примеру, по изготовлению традиционной свистульки. С водичкой она вот дает такой своеобразный свист, похожий на соловья. Ну, есть также вот окаринки, у меня такая простенькая, небольшая окаринка, она более глухой звук. Мастер варьирует то, что ему нравится. Более глухой звук, соответственно, делает побольше камеры. В городе мастеров представлены работы, выполненные в самых разнообразных техниках. Особым спросом пользуются работы с символом Славянского базара – васильком.